Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы приготовим очень вкусные капкейки, брауни. Нам потребуется 100 граммов муки, 100 граммов шоколада, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сахара, 4 яйца, 40 граммов какао-порошка и также 1 чайная ложка разрыхлителя для теста. Растапливаем сливочное масло и шоколад на водяной бане. И переливаем нашу полученную массу в чашу для взбивания. И теперь будем добавлять по 1 яйцу. И каждый раз в течение 1 минуты все будем перемешивать миксером. И теперь в несколько приемов, взбивая, добавляем сахар. Вот такая вот у нас получается масса. И теперь нам осталось смешать все сухие ингредиенты и, просеивая, соединить с жидкой смесью. Вот такая вот у нас получилась воздушная такая масса. И сейчас все просеем. И соединим жидкую часть с сухой. Вот такая вот у нас получается масса. Еще не выпекали, а уже очень-очень вкусно. Аромат стоит такой шоколадный. Ну вот, наше тесто готово. Осталось только разлить его по формочкам и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Ну вот, распределили наше тесто по формочкам. Получилось 18 таких вот капкейков. И теперь ставим их в разогретую духовку. Впервые просто вижу вот такое вот тесто. Так много дырочек. Такие вот вкусняшки пекутся. Наши капкейки по прошествии 15 минут. Только вытащили из духовки, вместо положенных 20, эти капкейки стояли у нас 25 минут. Аромат просто необычайный. Такая вот вкуснота и красота. Это просто шоколадное чудо. Очень вкусные шоколадные капкейки, брауни. Обязательно попробуйте их приготовить. Я думаю, результат вас очень-очень сильно порадует. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. И почаще радуйте себя такой вкусной, ароматной выпечкой.